Такого финала спецоперации по поимке подозреваемого в уголовном деле еще не было. Сургутские следователи выбили дверь не той квартиры. В ведомстве начали служебную проверку по факту случившегося. А следователь, повредивший имущество, вернулся к пострадавшей с извинением и цветами. Сотрудники ОМОН и несколько человек в штатском, так называемые понятые, ворвались в многоэтажку рано утром во вторник. Женщины отказались открывать им дверь тамбура, тогда мужчины взломали ее силой. И только после поняли, что произошла ошибка. Это могло случиться из-за особенностей строения двух многоэтажек. Они близко примыкают друг к другу. За поврежденную дверь силовики возместят ущерб. С целью производства обыска в предполагаемой квартире одного из фигурантов по уголовному делу и в связи с отказом жильца добровольно открыть дверь, силовым методом путем взлома двери в тамбур двухквартирной секции проникли в помещение. По указанию руководителя следственного управления назначена служебная проверка, в ходе которой будут установлены виновные лица, а также рассмотрен вопрос о возмещении ущерба, причиненного собственникам поврежденной двери.